Казани выступило джазовое трио Ярона Эрмана. Музыкантам понадобилось всего лишь несколько минут, чтобы заворожить внимание искушенной публики. До этого их исполнение оценили москвичи. Музыка Эрмана – это неистовая энергия, калейдоскоп настроений и вихрь сменяющих друг друга стилей. Яра начал заниматься музыкой в 16 лет. До этого он профессионально занимался баскетболом. Несмотря на то, что в музыку он пришел поздно, это не помешало ему завоевать любовь зрителей. Мы надеемся, что мы оправдаем ожидания зрителей в России. С нашей стороны мы несем красивую музыку, в которую мы вкладываем все эмоции и чувства. И мы надеемся, что мы покорим и российскую публику тоже. Казанской публике он преподнес много джазовых импровизаций, в том числе и попсовой музыки. Таких исполнителей, как Нирвана, Бьорк и Бритни Спирс. В Казань музыканты приехали по программе «Новые имена Франции». Ее цель – рассказать миру о молодых и талантливых. У Ярона Эрмана в год до 100 концертов в 30 странах. Политика посольства Франции в России заключается в том, чтобы открывать для России новые имена. Потому что интерес россиян к французской культуре вообще известен. И у нас связи очень богатые, и давние связи. Но мы все знаем имена, которые тех артистов, тех музыкантов, так же, как и артистов кино, прошлых десятилетий. Алина Хусейнова, Павел Прищепов, «Вести Татарстан».